Всем привет-привет, и я рада видеть вас на моем канале. Итак, у нас сегодня с вами будет очередной мастер-класс. Сегодня мы с вами будем лепить таксу. Я очень надеюсь, что данное видео вам будет полезно. Вы сможете украсить этой милой таксой свои тортики. Ну что ж, давайте будем начинаем. Для тела нам с вами понадобится 72 грамма. Такса у нас достаточно длинная, поэтому тельце вот такое вот большое. 72 грамма мастики. Хорошо вымешиваем для того, чтобы было нам удобно из нее лепить. Так, сейчас, секундочку. Раскатали мы с вами шарик. Постарайтесь, чтобы был он практически без заломов, без трещин. Но если вот такое произошло, то старайтесь стереть. Теперь нам с вами нужно сделать следующее. Мы наш шарик делим как бы на две части. Такую косточку создаем. Такая вот косточка у нас получается. И по сантиметрикам это у нас 6,5. Здесь у нас 3,8. Ну и тут то же самое. Сделали. И теперь вот здесь, в этой части верхней, мы начинаем делать такой подъем. Вытягиваем потихонечку нашу шею. Вот так вот мы ее тянем. Прям сильно длинная она нам не нужна. Поэтому я думаю, что вот такой вот шеи нам вполне будет достаточно. Сейчас я вам скажу, сколько это приблизительно получилось у меня. То есть до самой высокой точки это 4, почти с половиной сантиметра. А если вот здесь от края смотреть, то смотрите, 3,5 сантиметрика. Теперь, что еще нам нужно сделать, это отделить как бы наши ножки. Для этого берем берем. Сейчас. Ну, вот такой стек я возьму. Ложечку такую. И вот мы с вами как бы отделяем нашу заднюю лапку пальчиком сразу. Положим. Вот так. И точно так же и здесь. Отделяем. Смотрите, чтобы одинаковые были. Я вижу, но они разные, поэтому буду такая вот
Я вам здесь скажу сейчас, чтобы вы приблизительно понимали. То есть, ну, где-то 4,5 сантиметрика у нас данная деталька. Так, положу ее тут. Прильнет пусть. Сделаем теперь с вами лапки нашей красотки. Чтобы найти наши лапки. Вас послушаем. 4,6 грамм, можно 4,5 взять. Скатали шарик. Опять же, старайтесь, чтобы не было заломов и трещин. И начинаю выкатывать так вот ножку. Видите, какая лапка у нас получилась. Вот так. Такая лапка. Это у нас, ну, тут два... Ну, смотрите, до самой высокой точки 3 сантиметра, до самой низкой получается 2,5. Вот так. 1,7 по ширине. Ну, он будет сохранен и здесь, в Инстаграм, будет сутки доступен. Ну и, конечно же, на Ютубе я сделаю более коротенькую версию, будет тоже доступен. Там будет и более коротенькая, и практически целая. То есть я там чисто нюансы какие-то уберу. Вот такие у нас лапки. Ну, смотрите сами. То есть без СМС, конечно, можно. Но получается, мастика у вас будет деформироваться. Она будет оплывать и мешать вам лепить. Сделали. Теперь достаем клей, либо водичку. И... Так, клей, либо водичку и приклеиваем наши детальки. У меня клей на основе СМС. Для этого использую 40 грамм воды и 1-2 грамма СМС. Добрый день всем, привет, привет. Сразу. Это я уже отвечала. Нету такого единого грамма какого-то. Сколько нужно добавлять. Мастика разная. Одна и та же фирма может быть абсолютно разной консистенции, абсолютно разной плотности. Она... То есть смотрите, чтобы вам было удобно работать. Чтобы шарик, если скатаете, не отекал. То есть держал хорошо свою форму. И чтобы вам было комфортно, потому что если вы добавите слишком много СМС, то работать с мастикой тоже будет очень тяжело. Она будет очень плотная. Будет просто трескаться, рваться. Поэтому, конечно, я же при вас леплю в чуде. Я могу лепить только по граммам после того, как у меня уже отработана данная фигурка. Тогда я могу уже, ну, если мы уже ее делали, если я записывала граммовку, да, тогда я могу лепить уже по граммам. Но когда я леплю фигурку первый раз, то, конечно же, как говорится, на глазок. Love Bake у меня мастика. Ну, раньше лепила из топ-продукта. Сейчас вот из Love Bake мне нравится, потому что она более такая тягучая, чем топ-продукт. Так. Сейчас я немного крахмальчиком тут себе рабочий стол присыплю, чтобы
фигурка лучше двигалась, у меня пускала. Теперь примерять будем, вот получается, заднюю лапку. Ой, запуталась в своих камерах. Для задней лапки я возьму, наверное, все-таки 0,7 грамм. Смотрю, мне как-то большевато. 0,7 граммчиков самое оно будет. Привет. Ну, я-то в эфире каждый день практически. Меня только здесь в эфире практически нет. Но буду стараться выходить почаще. 1,5 сантиметра на 1,2. 0,7 грамм. И делаем с вами лапку. Раз. Лапка 2. Ужасно проходит самоизоляция, потому что на улице хорошая погода, хочется погулять, а ты дома сидишь. Так, для хвостика беру 0,6 грамм, раскатываю вот такую вот колбасенку. Ну, где-то до 2,5 я ее покачу, потому что у них все-таки хвостик такой довольно-таки длинный. Так что до 2,5 мы доводим. Просто кто не знает, у нас же еще в этом, на ютубчике. Там активная ссылка в шапке профиля, вы можете найти. Заходите, будем рады всем. Там у нас тоже прямые эфиры, тоже стримчики. Поэтому тоже будет вам интересно, можно и вопросы задать. И получить на них ответы. Такой уже нях. Мне так нравится. Так, теперь голову будем делать. Hello. Так. Я тут немножко сдвину, чтобы мне не навредить. Так, сулепим. Вообще сначала хотела мопсика, но потом подумала, думаю, сделаем таксу. Если будет у вас желание, пишите потом под фотографией, хотите ли вы увидеть мопсика еще. Сразу, ну, хотя не сразу, что сразу. Сразу сейчас я примерю просто сама. Сама просто примерю. И потом уже вам скажу. Я уже вижу, что тут
большая голова. Я думаю, вот этого будет как раз нам. Для головы нам понадобится 57 граммчиков. Скатали опять же шарик. И вот так вот мы его с вами укатываем. Ну, еще не конец, но уже и не начало. Вот такая мордашка у нас получается. Так, это у нас получается 5,3 на 3 на 4. Вот такая вот голова. Здесь, ну, 5,3 так есть. Сделали. Сразу мы с вами теперь будем определять наш носик, ротик. С вами делаем такой вот. Я не буду, ну, то есть она такая у нас будет более, как всегда, няшечка. Берем мастику черного цвета и сделаем носик. Пожалуйста, девочки. Нас мало, но мы в тельняшках, да? Носик у них такой большой. Для носа взяла 0,5 грамм. Делаем треугольничек. Клеим либо водичкой. Теперь берем стек-шарик, и нам нужно сделать отверстие для глазиков. Ничего себе, здесь тоже, Анжел, есть всякие эти, блин, с сердечками. Я даже не думала, что тут сердечки играют какую-то роль. Так, делаем. Ой, засыпите сердечко. Теперь нам нужно взять мастику более светлого такого оттеночка. Сейчас я. Здравствуйте, здравствуйте. А то, ну, я не знала, я думала, что ну, сердечки это так просто. Все, девочки, клацаем сердечки.
Это не белый, а такой больше, я бы сказала, телесный цвет. Ё-моё, бедный нос. Все, я его мучаю. Теперь возьмем мастику черного цвета и сделаем углубление вот здесь. И откуда ты, кстати, Анжел, знаешь за эти сердечки? Тебя прям вот, знаешь, я смотрю, ты прям уже рулетная фея такая стала. У тебя постоянно эти рулеты заказывают. Так, немножко закосила я тут свой глазик. А что я ее не делаю? Так что, девочки, клацаем. Клацаем, не жалеем. Так, берем опять мастику основного нашего цвета. И сделаем такие, знаете, как брови, я не знаю, что это. Не брови, а веки. Вот. Мерен, говорю. Опять наклеили водичку. Наклеиваем. Здесь тоже немного подкручу. В принципе, можно вот здесь не затирать. Я думаю, что да, будет. Ну, по крайней мере, собираюсь. Вы знаете, я для себя сделала такой вывод, что на Ютубе меньше благодарной публики, чем в Инстаграме. Как-то вот в Инстаграме более отклик хороший, что ли, так, я не знаю. Прям. Судя по компасу, судя по лайкам, такое ощущение, что у меня в Инстаграме 30 тысяч подписчиков, а не на Ютубе.
Сейчас сделаем ушки, я раскатаю, посмотрю. Посмотрю. Мне кажется, очень даже неплохо. Я вот сейчас просто растяну, я вам скажу размер и вес моего уха. Это 3,3. Здесь на 3 сантиметрика. А по весу уха получилось... Ну, почти 3 грамма, 2,8 у меня. Можно и 3. Ну, вот, кому-то нужен, а кому-то палец отсохнет. Так. Спасибо, девчули. Ну, там БЗК, там будет премьера просто. Ой, ладно. Бабушки не едят. Нет, каждый день не будет. Буду стараться выходить, ну, раз в неделю, может, будет два раза в неделю. Пока не знаю. Все будет зависеть от того, вообще, как у нас на Ютубе будут дела. Потому что там сейчас у нас затишье. И решила силёнки свои выкинуть немножко на Инстаграм, Ютуб, пока отпустить в свободное плавание. Потому что, не знаю, выхлопа нету, лайков нету. Скажет опять, ну вот. И, честно говоря, меня это накаляет. Я говорю, здесь вот вообще мне нравится то, что на Ютубе вообще не ценят. Здесь все благодарная публика живет. Нет, я не говорю, девчули, кто ставит, те молодцы. Вы это знаете, я вам постоянно об этом говорю. Вкручивающим движением мы вставляем шпажечку. Смазываем клеем тут. Ну так это ж такса. Они всегда такие. Грустяшки. Я вот здесь подтяну, но я говорила уже о том, что в принципе делать это не обязательно. Просто так будет лучше держаться наша голова.
Сейчас я тут немного уберу лишнее. Мы сделаем с вами ошейник и будем тонировать его. Так. Катаем мы ошейничек. Вот я говорю, мы даже жирафика лепили. Вот здесь жирафик собрал. Не хочу брать, не помню точно. Ну, что-то в районе там 1000 с чем-то лайков. А на Ютубе... Мне кажется, 500, если набрал, то это в лучшем случае. То есть, почему так? Получается, здесь народу меньше, а лайков больше. А на Ютубе все наоборот. Так, это наш ошейничек. У меня это 1 сантиметр. Да, такие. Дырочки. По сантиметрикам, по длине ошейник у меня где-то в районе 12 сантиметров. Да, просмотров там много. Толку мало. Ну как, записи эфира там в районе 500 тоже просмотров, тоже, ну как бы немного. Сказала много, а сама. Так, погодите, давайте я побольше ему палочку засуну, то информация все время идет. Наискосочек. Теперь будем с вами уже подрежу, или я даже вот сюда поставлю. И сейчас все еще раз проклею, прошу прощения. И мне будет это один. И вам будет удобно. Все, убираем. И мы сейчас с вами будем тонироваться. Потому что здесь тонировка играет очень... Можно, конечно же. На масляный крем можно. Ну, если сизолируете, будет... Лучше, но если без изоляции, может немножко подтечь, но не критично. Ну, прям не сильно-сильно, я имею в виду. Упс.
Сейчас, секундочку. Надо было сразу достать. Тонировать. По поводу тонировки. Тонировать можно сухими красителями жира, растворимыми. Либо вы можете тонировать красителями цветочная пыльца. У меня вот такая вот. Два цвета я буду использовать. Это у меня он такой почти ближе к черному. Оттенок темно-коричневый и оттенок бежевый. Такой чуть светлее. Сначала таким среднячком я сделаю. Не совсем-совсем прям, чтобы темный был. Лишнее выбиваем из кисточки. Меня уже, кстати, много раз спрашивали, нужно ли, обязательно ли тонировать. Нет, конечно же, не обязательно. Спасибо большое за ваши отзывы. Но вот если мы затонируем, то получается намного интереснее наша фигурка. Так. И более темным сейчас потонирую. Так, вот я тонирую, такие сухие красители. Так, теперь возьмем мы с вами кисточку, гелевый краситель, цвет белый. Я буду использовать самый обычный топ-продукт. Я ничем его не развожу, просто капаю на палитрочку. Вот на палитрочку капнула. Прям вот. И начинаем с вами. Вот такие.
Ой. Ну, такую имитацию. То, что мы... Так он стоит, получается, немножко. Попробуем что-то вам показать. Никак не хочет голову опускать. Такой щеночек. Ой, прошу прощения. Этот надо везде. И тут, и там. Везде надо все показать. Вся камера не обставилась. Такой, знаете, нашкодил и сидит. Ну что же, спасибо большое, что были со мной. Я надеюсь, как всегда, что данный эфир вам понравился, что вам понравилась фигурка. Буду ждать, конечно же, ваших лайков. Буду ждать ваших комментариев по поводу того, хотели бы вы еще, чтобы я слепила в прямом эфире маленького мопсика. Если хотите, пишите. Может быть, у вас есть еще какие-то свои предложения, но что-то такое не сильно сложное, чтобы мы могли вложиться в один час, да, как нам дает возможность Инстаграм. Так что буду ждать ваших лайков. Я буду ждать, конечно же, ваших комментариев. Если вы были сегодня со мной впервые, значит, конечно же, подписывайтесь на мой канал. Активная ссылка в шапке профиля. Ну и, конечно же, на Инстаграм тоже подписывайтесь, если еще не подписались. Ну все. Я с вами прощаюсь. Еще раз большое спасибо, что были сегодня со мной. Я вас покидаю. Всем пока-пока.